Футбольный клуб «Шериф» подписал еще одного новичка. Это словенский нападающий Ловра Бизяк. В последние два года он играл в российской премьер-лиге за Уфу, провел больше 50 матчей. До переезда в Россию выступал у себя на родине за Домжале. Еще одно приобретение «Шерифа» – центральный защитник из Колумбии Данила Арбаледа. Всю свою карьеру игрок провел на родине и становился чемпионом страны. Новички тираспольчан сыграли накануне в контрольном матче. «Шериф» принимал «Зимбру». В этой встрече за хозяев сыграли и потенциальные новички. Один из них в концовке первого тайма открыл счет. После перерыва в ворота гостей влетели еще 4 мяча. Два из них на счету Рифета Капича. Еще одним голом отметился Кестон Джулиан. 5-0. Впереди у тираспольчан еще несколько контрольных матчей. В среду «Шериф» сыграет с одесским «Черноморцем». Затем по графику контрольные встречи с «Динамо Авто» и «Кодру». Первый поединок в чемпионате после перерыва тираспольчане проведут дома 20 февраля со «Святым Георгием».